Она уже меняет цвет. Тихо, тихо, не докасаемся, не докасаемся. Вы знаете, что на самом деле правильно говорить ножницы, а не ножницы? Сжечь нашу футболку напрочь. Вот такой вот я нашла DIY, представляете? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет необычное видео. Сегодня будет DIY, так я его называю, от Fix Price. И сегодня будет необычная вещь, которую я нашла в Fix Price, в одном Fix Price, больше нигде такого не было. Ни у кого я спрашивала, никто о таком не слышал. Это находка именно для моего видео, я надеюсь, такое еще никто не снимал. Кстати, у меня очень много нового, так что если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь прямо сейчас. И нажимайте колокольчик, чтобы не упустить мои новые видео. Итак, это у нас переводная картинка. Но это не просто переводная картинка, это переводная картинка, которая меняет свой цвет. Я не представляю... меняет свой цвет при надевании. Я, честно говоря, не представляю, как это. Там было две картинки, вот они вот такие вот здесь, смотрите. 77 рублей стоит, видите, я с обманываю, я действительно купила это в фикс прайсе. Фокус! Были вот такие, там вот такие, но это страшные для меня. И были вот такие обезьянки. Вот этого кота не было, и вот такой собачки не было. Сразу скажу, кому интересно, это я покупала в фикс прайсе в Ростове-на-Дону, который находится на автовокзале, на железнодорожном, вот там, напротив. Что нам нужно сделать? Нам нужно первое, что перенести на одежду этот рисунок, второе надеть на себя, а третье рисунок поменять цвет. В данный момент рисунок выглядит вот так. Та-дам! Камила обезьяна. Так, вырежьте картинку с отступом в 2-3 мм от края. Изображение. Приложите переводную картинку на выбранное место. Принтом вниз. Принтом вниз. Ага. Нагретым до максимальной температуры утюгом без пара аккуратно прогладьте всю наклейку в течение 10 секунд. Дайте полностью остыть и медленно снимите бумагу. Поехали. Так. Я буду делать на вот эту футболку, потому что она как раз-таки ближе к телу мне, видите, чтобы мы видели, как меняются картинки. Здесь у нас вот такая вот милая-примилая обезьяна. Мы ее сейчас с вами достанем и будем вырезать. А ножницы я, как всегда, забыла. Ножницы. Да, девочки, вам не послышалось? Именно ножницы. Вы знаете, что на самом деле правильно говорить ножницы, а не ножницы? Да-да-да. Кто этого еще не знал, зайдите в Википедию и обязательно посмотрите. Ну, так, это шутка. Там будет написано, что в свое время Селена Свей придумала слово ножницы, и с тех пор все так и говорят. Пошли за ножницами. Ой, за ножницами. Там-дам-дам. Все, вот такая наклейка. Короче, такая штука, она как бы приклеена на бумагу. Сейчас мы ее обрежем, именно, как нам и сказали, отступая 2-3 сантиметра. Ой, миллиметра, господи. Вот знаете, на самом деле, я заметила, когда монтирую свои видео, пока вырезаю, расскажу вам, что бывает, я думаю одно слово, а говорю другое. Может быть, кто-то это тоже заметил на самом деле. И потом я вырезаю, и получается, я не всегда думаю, да блин, что такое? Не знаю, почему так происходит, но у меня это... О! Она уже меняет цвет. Тихо, тихо, не докасаемся, не докасаемся. Я испугалась. А потом обратно. Офигеть, она типа... Она... Ой, мамочки, нет, я сейчас вам это не покажу. Все, переносим на утюг. На утюг, на утюг. На футболку, не на утюг. Сейчас я разложу. Включу утюг. Так, вот я кладу футболочку свою. У меня уже горячий, пригорячий утюг. А где наклейка наша?
Мы берем нашу наклейку и лицом вниз, как там сказали, да? Сделаю я ее где-то вот здесь вот. Вот так вот как-то, да? Вот. Теперь я ее беру и утюгом в течение 10 секунд. Страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что у нас там получается? Она у меня не перешла. Ой, как всегда, блин, у меня как всегда все. Ты почему не перешла? А, ей надо дать полностью остыть же. Господи! Теперь она будет остывать. Нет, стой, там еще нужно нагреть до максимальной температуры. Максимум. А я не дождалась. Сейчас сделаем как надо. Но у меня как всегда. Сейчас ждем, пока остынет наша футболочка. Надо, чтобы максимально был нагрет утюг. А это значит, что не на каждую футболочку мы сможем этот перенести принт. Потому что максимально нагретым утюгом может сжечь нашу футболку напрочь. Ну что, приступим? Так... Медленно, медленно. Нет. Пусть хорошо остынет. Вообще пусть станет холодным. Может, в холодильник ее убрать? Ну что, мы достали нашу футболочку. Теперь мы ее отлепляем. Класс! Слушайте, даже не меняет цвет, она такая классная. Такая обезьянка, это прям про меня. Меня в детстве мама обезьянкой называла. Класс! Теперь нам нужно ее одеть и посмотреть, как она меняет цвет. Во что она меняет цвет? Вообще, по идее, она должна сейчас стать... фиолетовая. Она должна остыть как след. Она, наверное, еще не остыла. Ну или нет. Сейчас одену. Так. Ну, вот я ее одела. И что? Вот, видите? Короче, она когда остынет... Я ее криво чуть сделала, что ли? Она когда остынет, она будет полностью фиолетовая. А когда она на теле, она становится вот такой зелененькой. Ну, что-то я не дождалась, пока она будет фиолетовой. Пойду в морозилку положу ее. Вуаля! Она полежала в морозилке всего лишь 3 секунды. И теперь она фиолетовая. А теперь мы одеваем ее. Быренько-быренько. Быстро-быстро показываю вам. Так. Ну и как ты меняешь цвет? Давай! Ну. Прошло 3 часа. Или я не горячая девчонка? Ну. Ладно, поможем руками. Ну, видите, оно уже наполовину. Ну и что, и классно, оно может вот так быть вообще разными этими. Рукой можно помочь. Короче, мне кажется, что это такая прикольная тема. Вот такой вот я нашла DIY, представляете? Зелененький. Какой вам больше нравится, фиолетовый или зелененький? Ну, вы мне не ответите, у меня выключены комментарии, но я буду знать ваши мысли. Просто подумайте, какой цвет вам нравится больше. В любом случае, нам не выбирать. Если мы горячие штучки, то будет цвет зеленый. А если мы холодные жабы... Нет, не холодные жабы.
Скажи, змеюги подколодные, то будет она фиолетовой. Все, мои хорошие, надеюсь, вам понравился мой DIY. Ставьте лайк, если так. Если я еще что-то прикольненькое найду в фикс-прайсе, я обязательно сниму. Скоро у меня будут кудри из фикс-прайса. Половину головы сделаю одними кудрями, другие другими кудрями. Так что подписывайтесь, не забывайте. Ставьте колокольчик, а то пропустите видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. С вами была Селена Свей. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-р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 у